Николай Варфоломеев, сын ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Варфоломеева, бережно собирает землю в поселке Владиславовка в Крыму. Отец просил. За эту землю Варфоломеев-старший молодым солдатам проливал кровь. Служил в пулеметных войсках, куда был направлен прямо из учебки. Сражался за освобождение Феодосии и в марте 42-го был тяжело ранен. Туда я добежал нормально. Взял две коробки с пулеметными лентами и побежал обратно. Но немцы открыли минометный огонь, и меня осколком ранило в спину. Что мне запомнилось, когда я лежал раненый, кругом рвались мины, снаряды, свистели пули, а в небе пели жаворонки. Жаворонки здесь щебечут и сегодня, вот только Дмитрий Павлович после войны в Крыму больше не бывал. За 72 года так и не решился. Провожая сына в Крым, попросил привезти землю оттуда, где был ранен, из Владиславовки. В поселке Владиславовка, пап, есть братская могила. Там захоронены воины, которые защищали этот поселок, которые приняли весь огонь на себя. Там есть монумент, на котором есть таблички, кто погиб. И все погибшие как раз в 42-м году, когда ты получил ранение. Рана от фашистского осколка хоть и не болит, как прежде, но о той страшной войне забыть не дает. Вот всплывал горстку крымской земли. Это будет, как говорится, память о тех боях, о Крыме. Спасибо. Марианна Мирная, Сергей Баскин, Артем Сулайманов. События.